Праздничное настроение уже вовсю хозяйничает в нашем городе. Мужчины бегают по магазинам, закупаются подарками для своих женщин. В преддверии Международного женского дня свой подарок всем кумертауским мамам и детям сделала компания ООО «Инвест». В здании Дом быта на 4-м этаже открылся развлекательно-познавательный досуговый центр «Кенгару». Это место, где воедино собраны все детские мечты. Открытие центра посетили первые лица города, а глава администрации городского округа Борис Беляев и исполнительный директор Ассоциации организации предпринимательства Республики Башкортостан Ирина Абрамова в торжественной обстановке разрезали ленточку, символизирующую яркое настроение. Вот таких центров бы побольше, да? Да. Ну что, поаплодируем, открыли. Центр меня поразил уровнем оборудования, подхода к дизайну. То есть настолько хороший проработанный проект, качественный, очень высокого уровня, который мог бы украсить любой миллионник. Просто великолепный центр, который будет радовать. Одна из главных на этом празднике – руководитель центра Ольга Тимошина. Говорит, основной упор центра сделан не просто на развлечения, а на развитие маленьких посетителей. Ну, во-первых, мы сами мамы очень хорошо знаем, что детей нужно вовремя приучать к коллективу. Их нужно учить дружить. Детей нужно развивать так, как этого требует современное время. Для этого мы создали центр, чтобы быть, как всегда, впереди, и нас не догонят. Центр состоит из нескольких студий, аналогов которых в нашем городе нет. Каждый из них представлены развивающие мастер-классы. В одной из студий дети смогут научиться рисовать песком. Мне очень понравилось рисовать песком. Очень интересно. И еще мне понравилось в игровой играть на интерактивной доске. Тут очень интересно и познавающе. Интересное общение, новые впечатления, а также целый комплекс программ для развития в новом центре смогут получить малыши. Здесь также помогут ребенку развить мелкую моторику, логику, подготовить детей к школе. Ребяткам в любом возрасте интересна красочность, необычность, такой большой объем всяких разных новшеств, которых, ну, наверное, дома не у всех есть. Видя счастливые лица детей, не сомневаешься, что они уже стали считать отвлекательно-подростковый центр «Кенгару» своим вторым домом. Причем довольны остались не только малыши, но и их родители. Очень хорошее впечатление, что в нашем городе открылся такой современный развивающий центр для детей. Тем более сейчас это очень популярно и актуально в наше время, так как многие родители уже сейчас начинают задумываться о перспективах, о будущем детей и, соответственно, формируют в них вот это вот отличное развитие, вкладывая и деньги, и свою мотивацию. Ну, то есть очень здорово, что наш город развивается. Праздник прошел на ура, и уже с сегодняшнего дня новый развлекательно-подростковый досуговый центр «Кенгару» ждет всех, кто стремится всесторонне и гармонично развивать своего ребенка. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».